естественно, мне, как любой девочке, предлагали удачно выйти замуж и быть, например, бухгалтером. Потому что это всегда работа не пыльная, сидячая, всегда она есть. То есть мама меня совершенно не поняла, когда я решила стать экологом. Она сказала: ты что будешь там, китов охранять? И, соответственно, китов я не охраняю, но экосистемы охраняю регулярно. То есть растения я знаю изнутри, знаю их хорошо, знаю, что обозначают любые признаки пожелтения и так далее, что это может значить. Знаю хорошо приживаемость, черенкование. Ну, то есть знаю гораздо больше, чем может знать ландшафтный дизайнер в принципе. В профессии я уже 11 лет самостоятельно руковожу своей организацией, я уже 8 лет, а до этого я работала в цветочной организации, занималась комнатными растениями, фитодизайном. Оттуда и пошел, в принципе, мой интерес профессиональный, ну, еще более, так скажем, развился. Стартовый капитал как раз в моей профессии, он не требуется совершенно, потому что я зарабатываю своим собственным трудом. То есть я нанимаю работников, я несу ответственность, и стартового капитала как такового мне не нужно, потому что даже наличие офиса в нашей профессии, это не... оказалось не так уж важно. Наличие офиса – это не самое главное. Мне раньше казалось, что офис и бухгалтер – это вообще просто с чего начинается. На самом деле нет. Бухгалтер – да, офис – нет. Сотрудников у нас три. Бухгалтер, естественно. Это я руководитель и мой коллега, который помогает мне при проектировании. Ну и, соответственно, еще очень много субподрядных организаций, с которыми мы непосредственно всегда работаем. Это те, кто производит водоотведение на участке, дорожки, по строительству бань, других любых сооружений, которые помогают при сложном проектировании, когда нужно зонирование участка. То есть там много таких изыскательных исследований, которые все равно нам помогают наши коллеги проводить и делают это достаточно быстро и профессионально. Когда я только начала свое дело, и, конечно, участков было не так много, были какие-то переделки, маленькие объемы, и я тогда сочетала. Я пошла в ABC недвижимость, я занималась там загородной элитной недвижимостью. То есть тогда я вообще абсолютно досконально, опять же, очень положительный для меня момент, я изучила все поселки, которые существуют в Челябинске, Челябинской области и за ее границами. Я узнала все самые красивые места, потому что я не отсюда, и я многих действительно не знала направлений. И я увидела, как планируются дома, какие есть минусы, какие есть плюсы, какие участки мне нравятся, какие мне не нравятся. То есть я насмотрелась, ну, более чем. И действительно, тогда я была полезна людям при приобретении загородной недвижимости еще и как профессионал, который занимается садом. И, соответственно, а сейчас при подборе участка я могу еще и рассказать именно как в плане недвижимости, как правильно приобрести и где лучше его все-таки выбрать. То есть сейчас у меня я не ищу клиентов. То есть в основном ко мне записываются на весну, еще осенью. 99% из моих клиентов, они все приходят ко мне по рекомендации. У нас лето очень короткое. Сейчас графики раздвинулись. Вообще у меня нет абсолютно никакой сезонности, потому что у меня есть сейчас направление, это ландшафт, которое летом я занята полностью. У меня есть осень, это для посадки крупномеров, которые у нас после октября это происходит все. Потом у меня подготовка к новогодним оформлениям, то есть все мои загородные дома, рестораны, входные группы, все что угодно, и квартирные, какие-то инсталляции, загородные комплексы. Мы оформляем, готовим их к Новому году. Потом, когда у нас происходит Новый год, мы садимся наконец-то за проектирование тех участков, которые нам надо сделать летом. То есть зима, январь, февраль – это в основном проектирование. В феврале уже начинается обрезка деревьев, начинается раскисление почвы газона, начинаются уже подготовительные работы, то есть встречи с заказчиками, обсуждения, переделки, доделки, сдача объектов. И в этом году у нас сезон начался практически на 2 недели раньше, и не было вообще зимних каникул, их просто не было. Сейчас это действительно уже становится более реальным. Точно так же, как мы раньше делали ремонты в квартирах, да, самостоятельными силами, сейчас получается, что стало какой-то нормой попросить помощь дизайнера, и это
стоит понятных денег, и действительно практически, ну, очень большое количество людей может себе это позволить, и в конце, в итоге, это все равно получается экономия, опять же, на том, что ты получаешь результат, и очень круто, когда каким-то делом занимается все-таки профессионал. Так как ландшафтных дизайнеров становится достаточно много, то есть если раньше нас было прям 1, 2, 3, то сейчас это достаточно широко развитая профессия, ну, тех людей, которые могут предложить помощь в благоустройстве, поэтому и благоустройство само становится более доступно. Сейчас пандемия именно для моей отрасли, это что-то вообще невероятно крутое, потому что у меня работы стало гораздо больше, она стала интереснее, люди наконец начали смотреть свои сады, они начали в них жить, понимаете? Летом они обычно уезжали за город, они где-то уезжали там за границу, проводили время не у себя дома. Многие вообще вот от гаража до дома и никогда не видели свой сад. В этом году у всех моих клиентов просто открылись глаза, они поняли, в какой красоте они вообще живут. Поэтому я безумно рада, что вот такой всплеск все-таки произошел. И по своей отрасли могу сказать, что у нас в этом году, наоборот, только развитие.